Здравствуйте, уважаемые друзья. Имеется у меня несколько фотографий, довольно интересных, которые не вошли в видео. И я вот решил собрать их в слайд-фильм и несколько откомментировать. Кому-то, может быть, это будет интересно, а для кого-то это будет просто развлечение. Бывают периоды на реке Оке, когда в зимний период происходит просто массовый жор хищника. Вот здесь показано несколько фотографий результатов ловли с отводным поводком. Как вы видите, здесь очень много щук. И я уже в одном из видео показывал, это часть третья, отводной поводок, миф и реальность. Как мы делаем монтаж для ловли щуки. Это дает довольно неплохой результат. Вот здесь вы можете посмотреть. Это все поймано на отводной поводок без всяких других приспособлений. Как вы видите, довольно неплохой улов. Ну, здесь показана моя самая большая рыба, которую я поймал. Это щука на 12 килограмм, даже с лишним. Ну, фотографируемся, естественно, и я, и сын. Не очень часто такое попадается. Но очень интересно, вот она чуть ли не с меня ростом. Хороший судак на Оке уже становится достаточной редкостью, но вот где-то полуторакилограммовые судачки попадались, особенно зимой. Такие симпатульки. Ну, вот здесь показаны две форели, пойманные в колхозном пруду. Об этом я уже говорил. Вот сазан, пойманный племянником моим почти на 6 килограмм. Ну, естественно, здесь мы с ним фотографируемся массово. Симпатичная вещь, пойманная в реке Осетре, совершенно дикий. Здесь результат весенней ловли судака с лодки. Попадали в жор, в общем, было неплохо. И это вот самая крупная рыба, пойманная моим сыном. Это щука на 8 килограмм. За это он даже получил диплом журнала «Рыболов», с которым я активно участвовал. Вот лещ на 3 килограмма, пойманный в этом году. Пойманный он на фидер, все по правилам. Вот такой вот красавец. Так что лещ еще в Оке есть, и можно его ловить. Вот на следующей фотографии здесь несколько килограммовых и чуть побольше лещей, пойманных в проводку. Ну и последняя просто симпатичная фотография, которая так получилась. Вот такой получился небольшой слайд-фильм. Кому понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будем продолжать работать.